Всем привет! Я хочу сегодня испечь блинчики с мясом. Вот, приготовила, в общем, кастрюльку, муку, молоко и нашла в своем курятнике одно яйцо. Вот, у меня закипел уже чайник. Я хочу сегодня сделать тесто и попробовать влить туда еще кипяток. У меня вот такая вбивалка, она уже старенькая. Новый миксер я что-то не хочу брать. Я привыкла этим. И пока он не сломался, в общем, я им пользуюсь. Я разбила сюда, значит, яйцо. Здесь у меня литр молока. И ложу чайную ложку соли. В общем, посмотрю, если этого будет мало. Вот у меня тут это одно яйцо плавает. Вот, если будет мало, я еще добавлю соли. Сахара не добавляю вообще, потому что я не люблю сладкое тесто, когда оно с мясом или с сосисками. Вот покупные покупаешь, но невозможно есть. Я не могу есть такие, поэтому я сахар вообще в эти блинчики добавлять не буду. Я просеяла муку. Две вот таких вот. Одной рукой неудобно, оставить я не стала. Вот, сейчас миксером забью и посмотрю, какой он у меня будет. У меня получилось вот такое густое тесто. И я хочу добавить немного еще молока. Мне потому что все равно надо много блинчиков печь. В общем, где-то пол-литра молока я добавлю еще. И потом еще добавлю кипяченую горячую воду. Вот буквально за 5 минут разбили все комочки. Это такое хорошее стало. Вот. Но оно еще все равно густоватое. Сейчас я добавлю кипяченой воды и оставлю, чтобы оно немножко, в общем, постояло. Я, как всегда, делаю все на глаз. Если у меня будет жидкое тесто, я просто добавлю чуть-чуть муки. Если будет густое, я просто его разбавлю, добавлю молока или воды. Я всегда так делаю. Такая у меня сковородка новая, я ее купила недавно. В общем, я в тесто немножко еще добавила растительного масла. Вот, в общем, вот так вот я наливаю, не рассчитала. Лопаточкой поднимаю вот так по краям, потому что прилипает. Вот, еще чуть-чуть переверну. Я перевернула, вот такой золотистый получился. Первый блинчик я съела, но первый блин, как обычно, такой получается некрасивый. А вот второй уже вот такой вот красавчик. Ну вот у меня пошел конвейер, здесь я заливаю блинчик, это у меня уже готовый блинчик. Вот такой вот красивый получился. В общем, я сейчас напеку блины, потом я сделаю фарш и, в общем, зафарширую. Да, и забыла сказать про соль. Соль, в общем, нормально. Я попробовала. Одна чайная ложечка соли у меня здесь в тесте. В общем, соли нормально. Сахара здесь нет вообще. Нравится. Пеку. Такие вот у меня красивые блинчики получаются. Столько теста у меня осталось. Я допекаю свои блинчики. Вот столько я напекла. Еще несколько блинчиков. И все, я начну делать фарш. Вот такую стопочку я напекла. Это у меня получилось 1,5 литра жидкости. 1,5, наверное, будет так правильно. В общем, вот такие вот у меня блинчики. Я, значит, достала мясо из холодильника. У меня вот такой кусочек свинина. Я его покупала вчера в Ленте в городе. Вот. Почему в городе? Потому что мы живем 15 километров от города. Поэтому, когда я говорю, что в город мы поехали, или вот мы купили в городе, вот, в общем, мы живем на станции. Вот. И, в общем, вот такой у меня кусочек.
Я перекрутила мясо через мясорубку, вот столько у меня получилось. Я пробила блендером лук мелко. Вот. Я сначала сейчас буду жарить лук, а потом я буду жарить мясо. Я всегда так делаю. Я налила масло, масла достаточно много. В общем, запустила лук. Я сейчас немножко пережарю лук, а потом я уже запущу мясо. Жарила немного лук, пустила мясо, посолила вот его. И сейчас перемешаю и поставлю на медленный огонь, и пусть оно у меня тушится. Блинчик. И вот так вот я их заворачиваю. Все, все. 20 блинчиков у меня получилось фарша. Такие вот красивые. И 6 блинчиков остались. Всем пока!